На официальном сайте магазина UFC появились дагестанские папахи. Интернет-портал выставил на продажу головной убор, ставший брендом чемпиона спортивной организации Хабиба Нурмагомедова. Стоимость папахи составляет 130 фунтов стерлингов. Переводя в рубли, это около 13 тысяч. Новинка представлена только в белом цвете. В описании товара указано, что папахи изготавливают из натуральной овечьей шерсти. Кроме того, ее производят вручную мастера из селения Цудахар Левашинского района. Напомним, Нурмагомедов занимает первую строчку в рейтинге лучших бойцов UFC без учета весовых категорий. На его счету 29 побед в 29 поединках. Заключенная в его карьере состоялась 24 октября с американцем Джастином Гейджем.